Новые контракты почти на 200 миллионов долларов подписали участники казахстанско-афганского делового форума. Наша страна готова увеличить поставки зерна, муки и подсолнечного масла. В больших объемах готовы также экспортировать баранину и говядину, мучные и кондитерские изделия. Торговый оборот между странами с начала года уже превысил 340 миллионов долларов. В прошлом году составил 1 миллиард. Сейчас очень серьезно диверсифицируется экспорт Казахстана туда. Туда входит прокат металлов, напитки, различная продукция медицинского назначения, трансформаторная продукция. То есть перспективы развития очень большие. Мы сегодня разговариваем с господином Азизи, с афганским правительством о твердых ставках на транзит для наших сыпучих грузов, поскольку кратчайшие маршруты, самые быстрые, проходят через Афганистан. Сегодняшний форум показывает очень большой интерес, прежде всего, афганских бизнесменов, ну и не только. Здесь находятся журналисты, насколько я знаю, из Турции, из Китая, всех стран. Афганистан открыт многосторонним соглашением в вопросах торговли и транзита, рассказали представители делегации. В стране разработали пакет преференций для казахстанского бизнеса, ну и попросили отдельные льготы для себя. Исламский Эмират Афганистан рассмотрел возможность предоставления многочисленных налоговых льгот для предоставления возможностей частному сектору. Я искренне прошу и приглашаю уважаемых инвесторов с полной уверенностью инвестировать в Афганистан. Мы просим Казахстан применить льготный тариф на товары Афганистана, экспортируемые в вашу страну в целях поддержки отечественной промышленности Афганистана, и специальные скидки на цену пшеницы и муки, импортируемые в Афганистан из Казахстана.